Всем привет, друзья! С вами я, Никитос, и сегодня мы поиграем в одну игрушку под названием State of Survival X The Walking Dead Arms. Не знаю, что это за хуйня. О, господи, ребята, уже видео почти 3 минуты идет. Nicely done. You're coming in pretty handy. They just got lucky. What exactly have you done recently? Willie's right. We were lucky. We found enough resources to fix up the warehouse. This warehouse will be a great help. Probably won't even keep the rats out. Want a sip? Precious. It's pretty old, but it hits the spot. Hey, we have grain. Maybe we can make our own. Forget I said that. We should focus on other things. We have time. Things will get better. Очистите поселение, давайте очистим. А давай-ка этого зомба. We have to help him. He's trapped. Да он в беде. Нужно Thank you.
заражение меня просто так не взять. You look out of breath. Да ты запыхался. Shut it, little girl. Тише будь, малявка. Never try to trap old Rusty. No, sir. Впредь даже не думайте окружать старину Rusty. How about a little welcome music? Как насчет музычки в честь наших гостей? What are you looking at? Сразимся. What are you so afraid of? Let him come. Get to the HQ. Everyone get ready. They're infected close by. We don't want to disturb. Let's fix up the fence before. Will you shut your damn holes? You'll attract more! Bring it on. My shotgun's ready. How about I start singing? You like that? Мне вообще спеть. Что? Seriously? Ты это серьезно? Poor little thing. You like my singing, don't you? Эх, песен, хоть тебе нравится мое пение.
users. I'm almost like a god compared... Hey, show some respect. If only I had my base, we could rock this place. Сюда раскачали бы эту дыру. Infected were never gonna quit. What Наконец... I would give for an ice-cold beer right now. Наконец-то разобрались с этими странными зараженными. Вот бы сейчас по пивку. We can't relax just yet. The fence still needs to... Не советую слишком уж расслабляться. Лучше давайте укрепим забор. Can you see that smoke? Смотрите, там какой-то дым. Это же это поворот. You think there are any survivors or supplies? Может быть, там есть выжившие или припасы? It's too far away to see clearly. Let's go over there and check it out. Отсюда ничего не увидишь. Мы слишком далеко. Давайте подойдем поближе. Это не исследованная территория. Слишком опасно туда идти. We can start clearing a path towards it. We'll get there soon enough. Начнем отсюда и для начала расчистим тропу. Рано или поздно мы-то туда доберемся. Сержант это давай на нем повернуть. Да кто он такой вообще? Я должен заправлять этим местом. Ничего, скоро я все поменяю. Так же, как ты в былые времена масло в машинах менял. Ты же за деньги мать родную готов продать.
Если не прикроешь свой рот, я сам это тебе его тебе закрою. Ты была права. Эта глина действительно усилила нашу стену. Откуда ты знаешь все это, Бека? Я раньше была геологом. Все еще помню пару вещей. Но может скоро я и это позабуду. Кто его знает, сколько мы здесь еще протянем. Вместе мы справимся с любыми сложностями. Прямо как эти стены. Мы возвели их с нуля. Но с каждым днем они будут все прочнее. Что, здоровяк? Есть у тебя чем? Нет, не хочу я читать. Голова завершена. Отличная работа, шеф. Вы заслужили награды. Спасибо. Когда мы уже сможем исследовать вертолет? Когда мы уже сможем исследовать вертолет? Наберись терпения, у тебя еще недостаточно высокие навыки боя. Победа. 15 000 еды, 15 000 древесины, учебник по тактике 1. Первого уровня. Да нафиг, у меня есть 3-го. Еще? Да, пипец. Ребята, считайте это стрим. Считайте это видео, это стрим тоже. Смотри, уже закончился. Это я, наверное, часик пошпилю, а потом... Ну, потом закончим, ребята, видос. Я выпущу для вас вот его. Yes.
Nice shooting. You like that? I always hit my target. А то я никогда не промахиваюсь. Willem made a bet with me on the shooting range a couple of days ago. Пару дней назад. He won't make that mistake again anytime soon. Пару дней назад мы с Вилли забылись, когда мы были на стрельбище. Больше он со мной не спорит. Let's do this. What are you looking at? Loves the sunlight. There's plenty sunlight out in the wilderness. You should set him free. Maybe he'll enjoy the company better. В диких землях всегда много солнца. Отпусти его, авось ему понравится с зараженными больше. Oh, you're more annoying than Rusty singing. Господи, то ты же хуже пения Расти. Да, сможем. Все, у них мало осталось. What's up, cutie? Frank's been complaining that you've been ignoring him the whole afternoon. Что случилось, Мэдди? Фрэнк жалуется, что ты полдня не обращала на него внимания. You know how I hated the uniform of my old school? Бэка, знаешь, как я ненавидела свою школьную форму? Well, I saw it again today. Сегодня я видела одну из зараженных. I don't know whether I should feel sorry for her or envy her that she's free. Даже не знаю, стоит мне грустить или радоваться. That's not an easy one to answer. Не знаю. Let's try to find the answer together. Давай найдем ответ вместе. Все, я
who's infected to waiting for their... There must be some... I ain't like those. I do. That's fine. You're the... I don't care. Oh. Выбираю. Теперь погнали рубить их. Чёрт, да это идеальное место для подготовки отрядов. Отрядов типа армии. Так точно. Нам нужно столько воинов, сколько мы сможем себе позволить. Круто, я тоже хочу тренироваться.